Зебра, кирпич, дорожный переезд. Осторожно, дети! Самарские школьники демонстрируют знания дорожных знаков, правила перехода улиц, умение носить светоотражатели на одежде. В школе номер 12 проходит финал городского конкурса юных инспекторов дорожного движения. Для того, чтобы пройти на городской конкурс, нужно было сначала пройти школьный этап, потом пройти районный этап, и только лучшие попали на городской этап. Конечно, это очень важно, особенно сейчас и в погодные условия, да и вообще детям необходимо знать правила дорожного движения, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь окружающих. В финале городского конкурса участвует 18 школьных команд, 10 младшей возрастной группы и 8 команд старшей. Конкурс проходит при поддержке ГИБДД и городского департамента образования. Школы активно принимают участие в этих мероприятиях. Мы приезжаем, посещаем регулярно, видели, ребята готовятся, они очень ответственно относятся к безопасности движения, и видно, что заинтересованность в их глазах. Конкурс юных инспекторов посвящен 90-летию службы пропаганды безопасности дорожного движения. Как отмечают в ГИБДД, в последнее время число ДТП по вине детей и пешеходов удалось снизить на 50%. Дети очень любят изучать правила дорожного движения, особенно когда они в игровой форме, в форме таких вот выступлений, как агитбригады. То есть у нас здесь есть и агитбригады, и выступления типа КВН. Детям интересно, и хочется заметить, что в период, когда происходят такие у нас, проходят такие конкурсы, у нас снижается детский дорожно-транспортный травматизм. Победители получат грамоты, подарки от госавтоинспекции и департамента образования и будут участвовать в областном конкурсе юных инспекторов дорожного движения, который состоится 16 декабря. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.